такая участь их застала! Застанет ли она других? Кто на заразу эту из людей найдет управу? А мы пока теряем наших близких и родных. Хороним мы кого-то постоянно своих к ряду. Инфекция вперед идет и с каждым разом нарастает. Нам невдомек, когда закончится практически она. Уже привычкой стало так, коронавирус убивает. Скажи, мой друг, инфекция, кому это нужно? Уходят наши кинозвезды, актеры наши и певцы. Последний путь их провожая, в тот мир уже наверняка. По погребению стали мы, зато спецы. Кому начерчена судьба в душе, предвзятая тоска? Из уважения к этим людям мне не впервой о них писать, что заслужили и почет, прибегнув к славе. Пусть больно Бог меня не судит, слова какие мне сказать, и замолчать меня тем паче не заставит. Что оборвалась жизни нить, аплодисментами их справим. Рукоплескать вошло в привычку каждый раз. Они могли бы еще жить, кто суть, конечно, понимает, и вирус смерти отдает такой приказ. Волнений хватит и довольно, прощаясь с ними навсегда. Им память светлая в сердцах наших навечно, и театральные подмостки их и не забудут никогда. Душа их понеслась в рай так скоротечно. Прощай, наш Леня Куравлев, Мережка Виктор, до свидания. Я поименно вас назвал в знак уважения. Хороших и вечных уже снов. Бог принял наше покаяние. Господь нам дальше дает жить благословением. Спасибо вам, наши любимые, хорошие, незабываемые, наши кумиры. Спасибо вам. Большой поклон от меня, от друзей, от близких, родных, товарищей по цеху и так далее. Большой мировой поклон вам от всего мира. Вы заслужили эту награду.